место. Мы здесь чужаков не любим. Друг Ярм, избавитель народа. Это мирное. Да пошел ты. Жрицы на вас страшные. Мы здесь может, чужаков не любим. Вот ты зайчий шкура. Я бы себе муфту сделала. Распогодилось.
Наемный убийца! Стреляй! И куда он делся? Застрелите его! Не подпускать его к кораблю! Попали, что ли? Стрелять без предупреждения! Куда он делся? Не стрелять! Не стрелять! Ведьмак, какой приятный сюрприз. Благодарю за теплый прием, император. Он был бы иным, если бы ты появился с моей дочерью. Где она? Она недалеко. Недалеко, белый волк, ты. От того, чтобы расстаться с головой. Ты настолько нахален, потому что думаешь, что сейчас я не причиню тебе вреда. И ты прав. Но однажды это изменится. Ты не всегда будешь необходим и неприкосновенен. Но хватит об этом. Не будем опережать события. Что тебе нужно? Фрингилия Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо, пусть будет так. Ты правда готов их простить? Амнистия в обмен на помощь. Я не нарушу договора, который заключил с Йеннифер. Ты не ответил на мой вопрос. И не обязан. Мне пора. Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Виго. Можете снять с нее двемерит. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Фрингилия, давно мы не виделись. Остальные чародейки сейчас в Генваэле, у Артскеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. А меня от телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. И она наверняка захочет с тобой поговорить. Не сомневаюсь.
Во-во-во-во, не тушься, меня не запугаешь. И ты правда не могла ничего сделать? Скучно, совсем мать ничего? Его, где ты? Целые я тебя полгода? Видел. Я тебе лучше морду расскажи, не бил. Что там у императора. Кажется, он страшно к тебе привязался. Филиппа. Что? Хочешь печенье? Да, Геральт. Ты хорошо выглядишь? Для узницы Эмгыра, ты хочешь сказать? Он удивительно мягко с тобой обошелся. Никаких допросов, пыток. Ты просто рассказала ему все, что он хотел знать. Если бы я рассказала ему все, то зачем бы ему оставлять меня в живых? Впрочем, не будем об этом. Мои дела с некоторых пор тебя не касаются. Прощай. Нужно, мать его, идти. Да. Да, Геральт. Тогда мы используем солнечный камень. Почему ты считаешь, что Иридин не поймет, в чем дело? Не станет же он думать, что эльфы с белых кораблей внезапно по нему стосковались? Мы изменим сигнал, излучаемый солнечным камнем. Так что Иридин не распознает его происхождение. Это не единственный артефакт такой силы. Есть и другие? Замечательно. Зачем же в таком случае я бегал туда-сюда по всему Скеллиге? Найти солнечный камень было проще всего, поверь мне. Мы нашли солнечный камень. Дар Гелвана Диллиан с белых кораблей. По легенде, она так его и не использовала, а Гелван умер от тоски. Мы не заставим Иридина ждать так долго. Похоже, мы сделали все, что могли. Помни только, когда мы начнем, дороги назад не будет. Я готов, можно отправляться на Ундвик. В таком случае, в путь. Вы займете позиции на скалах. Здесь, здесь и... Большое спасибо. Мы знаем, как встать по кругу. Даже те, у кого на данный момент нет глаз. Я просто хотел избежать... О, Геральт, мы тебя ждали. Правда? Я-то решил, что вы уже начали. Мы обсуждали вопросы магического характера. Для тебя ничего интересного. Верно. Я ведь простой ведьмак. Простой, но ужасно закомплексованный. Не сейчас, Гер. Ты хотел объяснить свой план. План прост. Но не думайте, будто его просто выполнить. Я активирую солнечный камень. Если Карантир ответит на призыв, Нагльфар через минуту появится в заливе. Ложа помешает кораблю вернуться в мир Айн-Эйли. А императорский флот отрежет его от моря. Затем 7-й пехотный полк Имлак пойдет на абордаж. Под командованием принца Эларатры. Ты поддержишь их. А ты? Что будешь делать ты? Я буду ждать в резерве. Если что-то пойдет не так, я среагирую. Ага. Как генерал, командующий отрядами с холма. Ты будешь отдавать приказы сигналами Рога? Или через адъютантов? Блестящая ирония, но чем я ее заслужил? Разве я давал хоть повод усомниться в моих намерениях? Дамы и господа, меньше болтаем, больше делаем. Девушки, идем на скалы. Удачи. Я не услышал одной существенной детали. Что с Цири? Она подождет. На безопасном расстоянии от Нагльфара.
Я так понимаю, не этого ты хотела? Ага. Я хотела пойти с тобой. Но я не согласился. Риск слишком велик. Ты не имеешь права ей приказывать. Забавно. Зираэль сказала то же самое, только значительно громче. У меня есть такое право, потому что только я могу активировать камень. Я буду делать это на своих условиях. Или не буду вовсе. Зираэль согласилась с этим доводом. Уверен, что ты тоже. Зираэль, ты клянешься, что останешься на берегу? А у меня есть выбор? Куда ты? Гулять. Или это тоже запрещено? Вдруг я себе ногу сломаю? Да. Старшая кровь бывает горячей. По своему опыту могу сказать, что запретами от Цири ничего не добьешься. В результате она все равно все сделает по-своему. Надеюсь. Что? Неважно. Время не ждет. Если ты хочешь чем-то еще заняться, наварить этих своих снадобий, сделай это сейчас. Потом времени не будет. Я подожду у лодок с солдатами. Или ты сразу пойдешь со мной? Пара эликсиров мне и правда не помешает. Иди, я скоро буду. Только не затягивай. Nennte mir Daetren. Ese babelo aeb mas. Que es a il edritean? Esa kinte. Il edrites onberkent. Es krajni netverken driven tritium bombae ova. Nor glaidi. Can as
с Мархадых эт эмфэм и валла, руваэс дуже гэр. Я Месса Вендорде Аэ Пардадель, кве орло квавис Аэ Псколь. Да? Я видел тебя в Изим. Месса Вала Ворснит? Нет. Эрзайр Найнхен Ван. Эн я. Эс Нордсайс Катамэриан. Кэс Эс Вала Айпам. Кэс Вада Вэншэн? Нэн. Эс Ванахду. Вы шпионить или по делу? Покажи мне свой товар. Бывай. Вот холера. Вижу, у тебя начинает получаться. Медленно, но верно. У тебя есть минутка? Конечно. Мне надо бежать. Ладно, потом поболтаем.
император поведет нас прямо на Новиград. Ну как, Геральт, ты готов? Давай достанем этих ублюдков. С удовольствием, Геральт. С удовольствием. Сердце твое? Это что за заклятие? Это же любовное письмо. Как я говорил, камень должен был объединить возлюбленных. Не думала, что скажу подобное Иридину. Айн Верели, Кира Найт, Адар Эйхблен, Эйдамур.
побрякушка сработала. Они близко. Где-то здесь. Абсолютно тихо. Это засада. Надо бежать. Не в этот раз. Нет, Зираэль, ты не готова. Ты не управляешь своей силой. Я все сделаю. Цири. Уйди с дороги. Цири! Этот лед. Заклятие. Надо уничтожить посох, который его наложил. Посохом я не ограничусь. Thank you.
Зираэль, я ждал тебя! Почти. Изгрдят. Ведьмак. Хорошо. Давай заканчивать. Эрхенвагер.